Для сельхозпредприятия «Совет» нынешняя уборочная кампания стала на редкость удачной. Самое отдаленное хозяйство, в прошлые годы находившееся в хвосте по намолотам в районе, бьет рекорды. При урожайности 32,5 центнеров с гектара здесь удалось собрать более 5000 тонн зерна. Это на 1400 больше, чем в прошлом году. Уборка в этом году прошла успешно, особенно благоприятного природа. Дождей не было, убрано в срок, качественно. Без потерь мы привыкли трудиться. Хлопцы работали на износ, с темна и до темна, несмотря на такую изнуряющую жару. В хозяйстве сразу три экипажа комбайнеров намолотили больше 1000 тонн. Двое водителей лучше всех проявили себя в перевозке ценного груза. Поздравить и поблагодарить их представители райисполкома и профсоюзной организации приехали прямо на рабочее место. На мехдворе и состоялась импровизированная церемония награждения. Я как бы третий сезон. 1000 – это мой первый успех такой большой. Ну, будем стараться больше и еще добиться больше успеха. Было сложно, были такие тяжелые погодные условия, жаркие. Но техника новая, кондиционеры у нас. Старались, работали, не упускали ценные минуты. Первый раз в колхозе это. Вот так, по 800, по 900. Спасибо, это будет агроному, директору трохи следили за посевной, и вот оно так и получилось. Что. Вот так и наше. Ну, что погода не подвела. На фоне достижений каждого хозяйства в отдельности высоких результатов на уборке зерновых достиг и район. Рекордный урожай – почти 42 тысячи тонн. Конечно, аграрии скромно ссылаются на погоду, но она только не мешала. А все же остальное – дело рук человеческих. Илона Шавловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».